Всем привет, дорогие друзья, с вами Crazy Олег. И сегодня я хочу вам показать сайт csgofight.net. На этом сайте вы сможете каждый час выводить халявно, там, ширпотреб и не ширпотреб, как повезет. Сейчас я вам покажу всю суть. Когда вы первый раз зайдете на сайт, здесь вам появится, у вас появится такая табличка «Логин». Логинитесь через Steam. Дальше заходите в реферал и выполняйте все эти задания. Войти в три группы, добавить в ник csgofight.net и поменять аватарку в Steam, на которую вы тут скачаете. Вот что-то вроде такого льва. А дальше вводите этот код, получаете доллар на свой счет и можете нажать вот эту кнопку withdraw. И вам придет в трейды какая-то рандомная вещь. Дальше, чтобы вводить каждый час вещи на халяву, нужно нажать здесь Redeem, ввести сюда ссылку на трейд и нажать Redeem. Вас перенесет на сайт CSGO.T, там это реклама просто, так всегда. Закрывайте, и вам должно написать, что через 5 минут, то есть трейд отправлен через 5 минут, если вы не успеете принять, и бот его отклонит. Иногда бывают ошибки какие-то, но просто попробуйте снова. Сейчас через минуту будет, нет? Вот, принесли на CSGO.T, и опять какая-то ошибка. Не знаю, бывает такое, бывает. Сейчас попробуем еще раз. А, попробовать надо через минуту, окей. Вот и прошла минута, пробуем снова. И нам пишет, что бот пустой снова, и у них нету скинов пока что. Попробуйте через 5 минут. Так я сделаю. Итак, вот нам пришел обмен. Скар 20 углепластик прямо с завода. Неплохо, неплохо. Ну, в общем-то, обмен я принял. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Да, вовремя.